Вслед за Пасхой встретим 1 мая. На площадях развернется праздничная программа. Учреждения культуры активно готовятся. Что предложат междуреченцам в день весны и труда, расскажем далее. 1 мая выставочный зал приглашает на открытие выставки живописи «На родной земле». На площади весеннее праздничное мероприятие «Спортмаевка». Начало в 11 часов. В 12 часов на весенний пройдет радиогазета «Наш край встречает 1 мая». Площадь Дворца культуры имени Ленина приглашает на концертно-игровую программу «Разноцветный 1 мая». Начало в 12 часов. Городской дом культуры «Железнодорожник» проведет на своей площади радиогазету «Мой цветущий май». Начало в 12 часов. Городской дом культуры «Романтик» проведет музыкальный флешмоб «Мы вместе». Начало в час дня.